72-летний пешеход попал под колеса «Лады» в Высокогорском районе. По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу с оживленным движением в неположенном месте. Водитель отечественной машины просто не заметил пенсионера, поэтому остановиться вовремя не мог. Все детали произошедшего в материале Лины Зинатулиной. Пожилой мужчина. Как утверждают очевидцы, пострадавшему мужчине было за 70. Он попал под колеса в Высокогорском районе возле садового товарищества «Крутушка». Водитель автомобиля «Лада» рассказал, что направлялся в Казань. Правил, говорит, не нарушал. Но в какой-то момент на его пути резко и неожиданно появился пожилой мужчина. Чтобы остановиться и не сбить человека, говорит, не хватило ни времени, ни расстояния. Также мужчина отметил, что пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. В неположенном месте переходил дорогу, да, пожилой? А вы сами не видите? Здесь нельзя же проходить. Нет. В любом случае. Пожилого пешехода с различными травмами госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. Степень вины и водителей, и пешехода сейчас предстоит установить сотрудникам автоинспекции. Лина Зинатульна, Нафиса Миязова, Адель Мулахметов, ИЗО-112.